Доброе утро, друзья! Как говорится, утро вечера мудренее, а по воскресеньям еще и веселее. В эфире наша антискучная программа «Утренняя почта» и я ее ведущий, борец с хандрой Николай Басков. Как известно, гости радуют хозяев два раза. Первый раз, когда приходят, второй, когда уходят. А вот ваши письма радуют нас всегда. И когда приходят, и еще больше, когда мы на них отвечаем. Начнем с письма Галины Федулкиной из Пензы. Здравствуйте, Николай. Поздравьте нас. Мы с мужем празднуем сегодня юбилей 10 лет. Ой, сердечно поздравляю. 10 лет нашей дачи. А, так вы празднуете юбилей дачи? Мы так ее любим, что муж зовет ее не наша дача, а наша доча. Хм, неожиданно. Конечно, приходится пахать, зато как приятно зимой угостить семью баночкой консервированных деликатесов. Недавно мы поняли, что Кристина Орбакайте тоже любит консервировать. На эту мысль нас натолкнула ее песня о забродившем варенье. Неожиданно, что это за песня такая. Песня называется «Пьяная вишня». Я вижу, ваша дача взрастила не только хороший урожай, но и отличное чувство юмора у ее хозяев. Пожалуйста, пусть эта песня прозвучит в честь юбилея нашей дачи. Дорогая Галина, впервые в истории утренней почты мы отмечаем такой вот дачный юбилей. Пусть дача приносит вам только удачу. Желаем ей долгих счастливых лет и пусть у нее никогда не протекает крыша. Автор письма Егор Зудин из Коврова. Николай, я счастлив в браке, а жена все время жалуется, что ей не хватает ласковых слов. Говорит, что зайки и кисы уже набили ей оскомину, а на больше у меня не хватает фантазии. Николай, женщины вас любят. Ну, что есть, то есть. Подскажите какие-то новые оригинальные ласковые слова. Заранее благодарю. А знаете, Егор, вам, пожалуй, лучше обратиться не ко мне, а к главному специалисту по ласковым словам – Стасу Михайлову. Его песни устроены так, что за 3 минуты восполняет годовой запас ласковых слов для любой женщины. Подарю, люблю, куплю, ой, простите, молю. А теперь, Егор, возьмите блокнот, ручку и записывайте слова. За ней, сквозь призмы миражей, за ней. По нотам ноготочек, за ней, единственной моей, сны разделил я с ней все свои дни и ночи. Судьбу не читал я с ладоней по линиям. Души возгоранья тушил с неба ливнями. Дышал диким ветром, снега сердце кутая. Скитался по свету, следы свои путая. Но с ней растаяли льды белоснежные. Вдвоем мы как океаны безбрежные. За ней сквозь призмы миражей, за ней по нотам ноготочек, за ней единственной моей сны разделил я с ней все свои дни и ночи. В глазах ее видел свое отражение. Амур бил по цели и на поражение. Земля закачалась по стенам да в трещины. Я понял сразу, она моя женщина. Любовь сразила меня одним выстрелом. Согрев под кожей горячими искрами. За ней сквозь призмы миражей.
сани, по нотам многоточий. За ней, единственной моей, с ней разделил я с ней все свои дни и ночи. За ней, сквозь призмы миражей, за ней, по нотам многоточий. За ней, единственной моей, с ней разделил я с ней все свои дни и ночи. За ней, единственной моей, с ней разделил я с ней все свои дни и ночи. Доброе утро, Кеша. Доброе, доброе. Хотя, честно говоря, не очень. Я посмотрел в интернете, у тебя столько же лайков, сколько у меня. Не понимаю, что тут такого, сидеть на жердочке, чирикать? Ни музыки, ни подтанцовки, ни костюмов. Лайков столько же. Кеша красивый, Кеша красивый. Я, между прочим, тоже неплохо выгляжу. А, может, это тебя попугаи лайкают? Ладно, пусть лайкают. Главное, чтобы мной были довольны мои зрители. И кажется, я их не подвожу. Смотри, сколько писем они мне написали. И мне. Хорошо, нам. Не отвлекай. Дорогие Николай и Кеша, пишет вам Юлия Гордиенко из Челябинска. Вы не поверите, но интернет-магазин нашел мне мужа. Хо, до чего дошел прогресс. Я заказала синий свитер, а мне пришел зеленый садовый шланг. Ого! Я пришла ругаться в пункт выдачи, но за прилавком меня встретил очень приятный молодой сотрудник. Вместо того, чтобы ругаться, я с ним познакомилась, и теперь мы встречаемся. Сегодня жду его в гости, хочу познакомить с мамой. Пожалуйста, покажите какой-нибудь смешной номер, а то я с самого утра волнуюсь, не могу даже улыбнуться. Спасибо. Да, Юлечка, судьба как лотерея. Не знаешь, где выиграешь, а где проиграешь. Какой же номер вас развеселит? Лотерея! Правильно, Иннокентий. К теме счастливого билетика подключаются новые русские бабки со своей юморительной лотереей. Юморительная лотерея! Видеть одновременно все грани куба может только волшебник. Видеть одновременно все грани удивительных способностей могут только наши волшебные эксперты. Удивительные люди. Седьмой сезон. Начинаем удивляться. 15 марта в 21:30 на канале «Россия». Как гласит народная мудрость, красота спасет мир. А Николай Басков – любой телеэфир. Сегодня у нас в гостях автор этой якобы народной мудрости, а по совместительству – несгибаемый капитан женских сердец, несокрушимый боцман обаяния, неутомимый кочегар счастья Николай Басков. Привет, неопытный юнга красноречия! Доброе утро, мои любимые зрители! Николай, позволь узнать, почему ты сегодня в таком необычном образе? В этот холодный день я так соскучился по лету, что решил вспомнить свои ощущения от отдыха на море. Ну, спасибо, что не пришел в ластах в обнимку с надувным матрасом. Ты знаешь, была такая мысль. Но ты вряд ли оценил бы полет моей фантазии. Ну, почему? Фуражечка, на мой взгляд, очень оригинальная. Мне тоже в детском садике на одежде подписывали фамилию, чтобы меня ни с кем не спутали. Что, стали забывать? Не дождешься. Фамилия для того, чтобы знать, кому вернуть, если мою фуражку сдует ветром в море. На самом деле очень хорошо, что ты сегодня вспомнил о море. Как раз из Приморского Сочи к нам пришло письмо Ангелины Милютиной. С радостью его прочту. С добрым утром, Николай. Здравствуйте, Ангелиночка. Я бываю в море круглый год и летом, и зимой. Зимой? Неужели вам не холодно? Вы, наверное, морж.
Я капитан портового буксира. Вот это да, это еще круче. Я сейчас в отпуске, но уже скучаю по морю. Ангелина, ни слова больше. Николай, слушай мою команду. Песню Олега Газманова на полную громкость включай. Есть на полную громкость, Олег Газманов, дождись. Слушай, а что ты раскомандовался-то? Пока на мне фуражка, я могу командовать кем угодно. Письма бурной рекой текут в наш электронный почтовый ящик. И сейчас я вылавливаю из него письмо Сергея Степанова из Королева. «Доброе утро, Николай. Я очень люблю свою жену. Называю ее «Мое солнце». Ну, советую всем мужьям взять это на вооружение. Моя Аллочка и правда очень светлый человек. Жаль, часто уезжают в командировки. Очень по ней скучаю. Хочу на рингтон ее номера поставить песню о солнце. Помогите, пожалуйста, подобрать. Спасибо. Сергей, как же замечательно, что у вас такая солнечная любовь. Думаю, на рингтон вашей второй половинки идеально подойдет солнце Монако. Во время звонка вы получите двойное удовольствие. Сначала от рингтона, а потом от общения. В эфире утренней почты Люся Чеботина. Солнце Монако. Солнце мне, для чего скажи мне, у нас Андрей.
одежки лишь судит. Про небес переломанных судит. О том о горе, но мы не с тех улиц. Кем мы останемся, время рассудит. Может быть, завтра нас так же забудут. И пусть эти споры, ты из них богаче. Я знаю лишь то, что ты и я. Отдельный мир во всей вселенной. От тебя прошу лишь одного. Держи меня. Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой. Седьмой сезон. Посмотрим, смогут ли они заставить наших зрителей зажмурить глаза. 15 марта в 21:30 на канале «Россия». Реклама. А мы посмотрим, что нас смотрим. Сейчас она появится. Ну что там? Карта, которая зарабатывает сама. В древности вес золота измерялся не в граммах, а в талантах. Если обратить в золото таланты всех корреспондентов утренней почты, получится самый большой золотой запас в мире. А сейчас к нашим талантам добавится еще один. Елена Дмитриенко из Ульяновска талантливо сочинила очень веселые стихи. «Травка зеленеет, солнышко блестит, утреннюю почту вся страна глядит. И я по воскресеньям всем могу сказать, просыпаюсь с Колей Басковым опять». Елена, вы, конечно, немного хулиганите, но делаете это с большим юмором. Пусть это озорное отношение к жизни сохранится в вас навсегда. С вами был, есть и будет главный исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас. Любовь бывает часто лживой, и прошлое до боли мстит. Уходят чувства без причины, и память календарь обид. Мне показалось, я остыла, стихи меняя на слова. Да просто так, да очень мило, была ты лучше той два. Для счастья нам нужна любовь.